30 апреля, 1, 5, 8 и 12 мая 2019 года ожидается массовый выезд жителей столицы за пределы мегаполиса и их возвращение обратно. Следовательно, значительно сократится пропускная способность автомобильно-дорожной сети Московской области. В целях обеспечения безопасного и беспрепятственного проезда граждан госавтоинспекция Московской области переведена на усиленный вариант несения службы. Автолюбителям рекомендуется перед отправлением в путь изучать трафик или по возможности пользоваться услугами пассажирского транспорта. В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращайтесь в Центр управления ГИБДД Главного управления МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-8171 или звоните на единый номер 112.